Как меняют нашу жизнь нацпроекты? Этот вопрос обсудили депутаты городской думы совместно с представителями администрации Губкинского. Говорили о достигнутых показателях по итогам прошлого года и о том, какие цели стоят на 2021. Депутат Сергей Горинов по совместительству замдиректора 4-й школы отметил позитивные изменения в оснащении школы в рамках реализации нацпроекта образования. По словам депутата, улучшение материально-технической базы школ повышает интерес учеников к процессу обучения. Все новое всегда интересно. Дети интересуются этим, с удовольствием занимаются. Как вы знаете, в наших школах идет насыщенное обновление и техники, оборудования. И эта техника оборудования очень дорогостоящая. Если взять направление робототехники, взять направление технологии, это и лазерные, и фрезерные станки с числовым программным обеспечением. Это квадрокоптеры. Дети с удовольствием занимаются. Дети познают эту технику и очень много узнают. Сергей Горинов также отметил, что материальные вложения в новое оборудование для школ стократно окупятся. Так, возросший интерес школьников к техническим направлениям может помочь решить в будущем вопрос дефицита специалистов инженерного профиля.